утренники в детском саду. Мы долго вместе с бабушкой выбирали сказочного персонажа, шли в магазин, выбирали ткани, покупали украшения. Приходили домой, она садилась за старую швейную машинку, знаешь, такая с большой металлической педалью. Я иногда на нее садилась и качалась, как на качели. Потом, когда костюм уже был готов, я примеряла на себя и представляла себя именно той героиней, в роль, скажем так, входила. Наверное, это и есть домашний уют, тепло, когда близкие и родные рядом. Не жизнь, а сказка. ЖК «Сказкоград». Твоя квартира в сказке.